Стой, стой, Джатман, стой. Походу, они не шутили с названием. Ну, вроде кое-как отбились. С потерями, конечно, но... Чё поделаешь, чё поделаешь. Так, ну стопы, стопы, алё. Борзые какие-то пошли. Так, что там сзади? Все нормально. Excellent choice. Ну, в принципе, все нормально. В принципе. Забыл движки починить. Сейчас за это, конечно, поплачусь. Так, опять джаджменты пошли. Блин, у меня с этой стороны ничего нету. Причем везде джаджменты. Чё ты тормозишь-то, игра? Тупая, что ли, тормозить? Где там пират? И чё мне вообще там надо соединить? Я не вижу ничего. А, я здесь мало застрял, да? А где еще один? Так, раз, два. Понятно. Я не люблю эту штуку, ребят. Ну, не давайся. А, это само. Lucky for me, I brought my umbrella. Captain, I've scanned inventory. We have no umbrellas. Что это такое? Just a bunch of advanced AI parts. Just go with the flow, Adam. Это что такое? Aye, aye, my captain. Your wish is my command. This is why we can't have nice things. Держи. Ну. Can I say, ouch? Но бери ты эту тупую табличку, тупая игра, блин. Охренеть просто. Чё её нельзя продать-то, офигеть. Just not logical. Wow. Can't believe we're alive. Ведь мог же пройти на 5 звезд. А, я же груз не соединил, ну понятно. На 3. Ну вот. Тоже нормально. Ух. A communication coming in from AI squared. Let's hear what they have to offer. Greetings, Space Runner Buckman. We have analyzed your past performances and have concluded that it would be logical to let you transport our newest neural system 3.0. Creative name. Creativity is not as important as logically showing progress.
we have moved from 1.0 to 2.0 to 3.0. We prefer to make our systems revolutionary, not their names. Would you prefer if we named our systems less logically? Say, after big cats? Nah, that'd just be crazy. So, you accept our proposition? Sure. I always like dealing with new tech. That's why I work with Adam 12 here. Very droll, sir. You, of course, realize without me, you probably wouldn't know how to operate the commode. Да, парень, с тобой явно что-то не так, раз ты делаешь комплименты андроиду. У нас проблема, я чувствую, что эта штука меня еще больше взбесит. Да, для нее нужно, требуется уже 2 единицы энергии. Ну и плюс пират. Ну, естественно, последняя миссия. Давайте заглянем в инженерку, что там есть вообще, чего нету. Классно. 80 ракет выпускает. Но на все остальное нам уже не хватает. Хотя нет, почему? Погнали! Captain Buck, sir. Captain Black is back. We meet again, Buck. Something tells me this is our final showdown. I can only hope. I will not insult your integrity by asking you to turn over your very valuable advanced technology cargo to me. I appreciate that. Of course, you could decide to do the right thing by doing the wrong thing and handing it over to me and my mates. Nice wordplay there. But I'm sure by now you know my answer. Well, at least you've been a very sporting foe. Чё они постоянно пытаются со мной о чём-то договориться, непонятно о чём? Наркоманы, что ли, совсем? Ну, да, наверное, наркоман. Интересный корабль. Сэм для последней миссии. Большой потенциал вижу я в этом космическом тазе. Придется облепиться пушками, да? Нам на это как бы намекают. Cyber Network 1.0. It's my pleasure to serve. Your wish is my command. Right away. Тип того. Our journey. We have the power. Let's light them up. Я надеюсь, ты меня ничем тут сейчас бить не будешь. Будет, да? Вот что это такое. Парень, давай быстрее. У меня 18 секунд. Ты не понимаешь. Да не, вроде ничем не бьется. Куда я это ставил? Сюда, что ли? Так. И как-то, наверное, так. Our journey. Our journey. Ready for action. Но только этого не хватало, а? Я думал, я уже от этого освободился. Но нет, кристалла и здесь меня преследует. Огромная летящая метамфетаминовая глыба приближается ко мне. Ну, в принципе, путь ее как бы немножко не соприкасается с нашей траекторией движения, поэтому не страшно. Че дальше? You got it. Тот нарывается. Right away. Thruster ready to burn. Слушай, стреляй по щиту, заколебал. Я тут не собираюсь деньги терять из себя.
Держи. Но выбора не было, да? Вы понимаете. Либо так, либо никак. А вот эта штука летит на меня. Ладно, я ее собью. В любом случае. Так. Что дальше? Это что у нас? Judgment. Отстой. Excellent choice. Right away. Excellent choice. Ёперный кабанчик! Ну офигенно сейчас. Господи. То тут просто. То показывает спереди, летит глыба, нифига, она летит на самом деле сбоку. Показывает сбоку, нифига, она летит на самом деле спереди. Excellent choice. Это норма. Consider it done. Our journey. Our journey. Ready for action. Давай, парень, давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда, не бойся. Я мирный торговец. Зарабатываю на жизнь перевозкой грузов. Ну и убийством лохов вроде тебя. Тоже бывает, промышляя. Right away. Вроде туда. Ставил первую пушку. Так, вот эта штука уже... Уже тю-тю, да? Тогда делаем так. Должно помочь. Деньги сэкономить должны также. Чтобы не тратиться на этот сплетанутый лазер. Вот и все. Так, сразу же ставим сюда лазер. Наверное, также надо поставить сюда щиты от греха подальше. Have too many shields.